Вот это все очень пригодится вам дома, а досмотрев ролик, вы сможете принять участие в конкурсе. Всем привет! До распродажи «Черная пятница» осталось всего чуть меньше недели, а это значит, что можно сделать необходимые покупки в Китае за очень хорошую цену. И в честь скорой распродажи я подготовил для вас подборочку с товарами для дома, которые достойны внимания. А в конце ролика будет конкурс, так что не пропустите! Электросушилка для обуви от Xiaomi – это достаточно интересное устройство, которое представляет собой нагревательный блок управления и две гибкие гофры. С помощью этого гаджета вы сможете не только сушить обувь до двух пар одновременно, но и просто нагревать и даже дезинфицировать свою обувь. В приборе предусмотрено 4 разных режима сушки обуви. Стандартный режим для тонкой классической обуви из разных материалов, слабый режим, специальный режим для тонкой обуви. Режим сушки кожаной обуви прекрасно сушит кожаные туфли, не портя материал. И режим озона для дезинфекции обуви и уборки неприятного запаха соответственно. Портативный мини-небулайзер. Ингаляции всегда были эффективным средством в борьбе с заболеваниями и воспалительными процессами дыхательных путей и легких. Ни для кого не секрет, что все эти обострения особенно часто проявляются сезонно и, как правило, требуют серьезного и продолжительного медикаментозного лечения. Этот небулайзер может работать в двух режимах мощности – усиленный и стандартный. Также предусмотрена система автоматического отключения через 5 или 10 минут работы. В комплекте имеются две маски разных размеров, поэтому пользоваться им могут как взрослые, так и дети. Используя этот прибор при первых симптомах респираторных заболеваний, вы ускорите свое выздоровление. Массажер для шеи. Очень часто из-за долгой работы за ПК затекает шея, плечи и огнем печет воротниковую зону. Недавно испытал нечто похожее из-за длительного времени, проведенного за рулем. У кого-то слабым местом является поясница. Снизить неприятные последствия, а может даже и упредить их, можно с помощью электроимпульсного массажера. Он расслабляет мышцы путем подачи импульсов и нагрева пластинок. В комплекте пульт и две дополнительные присоски, которые можно разместить на плечах, например. Наличие пульта делает использование массажера более удобным. Он небольшой и на нем всего лишь 4 кнопки. Кнопкой M – это Mode последователь, выбираем один из 4 режимов работы массажера и вуаля, наслаждаемся. Многофункциональная передвижная подставка на колесах для перемещения тяжелых предметов, мебели и техники. Это крайне необходимая вещь в домашнем хозяйстве. Подставка для транспортировки холодильника, стиральной машины или мебели обеспечивает возможность влажной уборки под бытовой техникой, с легкостью перемещая ее, предотвращая повреждения мебели и пола. Вещь хоть и не часто будет, наверное, использоваться, но иногда очень может выручать в нужный час. Настольные мини-ящики. Выглядят очень красиво. Есть несколько вариантов расцветки и самое главное, что их можно складывать друг на друга и конструкция будет выглядеть как единый модуль, что не будет портить вид всей конструкции. Высота полочки 7 см, длина 21, а ширина 20 см. Установить можно где угодно, но я бы предпочел на рабочем месте, для складывания всякой мелочевки там, либо бумаг. Мини-ящики, как мне кажется, реально достойны внимания, и они впишутся в любой интерьер дизайна квартиры. Главное выбрать свою расцветку. Держатель для туалетной бумаги, изготовленный из ударопрочного пластика. Аксессуар имеет отделение для рулонной туалетной бумаги, а также ящик и слот для гаджетов. Держатель также можно заправить салфетками. Он разработан как для размещения в ванной комнате, так и для кухни. Дизайнеры творчески подошли к работе с компоновками расположения корпусных элементов, что позволило сделать такую простую вещь по-настоящему удобной и компактной. В нижней части расположены для рулона туалетной бумаги с горизонтальным креплением. Здесь все стандартно и без лишних деталей. Выше находится небольшой ящик, в котором размещается пара упаковки салфеток и других необходимых гигиенических приспособлений. Беспроводной дверной видеозвонок или видеодомофон станет незаменимым атрибутом вашего дома, квартиры или офиса. Этот дверной звонок можно подключать к сети Wi-Fi и обеспечить двухстороннюю связь между дверным звонком и мобильным телефоном. При нажатии посетителя на дверной звонок активируется звук, а камера начнет отправлять изображение в реальном времени и звонить на мобильный телефон. В видеозвонке установлена камера на 1080 пикселей и широкий угол обзора на 166 градусов, а также система ночного видения, запись звонящего и по датчику движения в облако или на карту памяти до 32 гигабайт, режим день-ночь и двухсторонний звук.
а также большой аккумулятор, который будет работать без подзарядки около полугода, что довольно долго. У гаджета серьезная защита IP65 от атмосферных воздействий, дождя, ветра, снега и стильный дизайн. Что скажете, штука полезная будет для вас? Матовые обои на клейкой основе – отличный вариант для быстрой смены обстановки или реставрации предметов интерьера. Такой способ обновления стен позволяет избежать этапа нанесения клея, сэкономит время, и вы получите шикарный результат одновременно. Также ими можно очень круто обновить внешний вид старой мебели или техники на кухне. Чтобы не покупать новую технику для одного цвета, можно использовать такие обои и передать стиль за очень быстрый отрезок времени. Ну и конечно, если техника еще рабочая. Главное достоинство материала – это простой и быстрый процесс монтажа. Есть у самоклеящих обоев и другие также преимущества. Минусов как таковых нет. Стоит только иметь в виду, что материал достаточно тонкий и выдаст все неровности поверхностей. Но универсальную шпаклевку никто не отменял. Стационарная сушилка и отпариватель. Это чехол, внутри которого циркулирует горячий воздух. Приспособление похоже на небольшой раскладывающийся чемодан. Внутри находится нагревательный элемент, который нагревает воздух до 75 градусов. Одна вешалка выдерживает до 3 кг веса. Влага отводится вверх. Сушилка работает от электрической сети. Приспособление может использоваться не только для сушки одежды. Также можно сушить подушки, одеяло и постельное белье, например. Незаменимой сушилка будет для семьи, где есть маленькие детки. Малыши часто пачкают свою одежду, поэтому ее приходится стирать практически каждый день. С электросушилкой вы сможете быстро высушить одежду и игрушки своей крохи без проблем. Термостат с возможностью интеграции в системы умного дома. Это устройство интеллектуального управления системой электрического отопления теплым полом, отопления электрокотлом, бойлером и так далее. Терморегулятор последнего поколения оснащен функцией Wi-Fi. Это означает, что пользователь может изменять настройки или задавать температурный режим с помощью смартфона из любой точки, где есть доступ к интернету. По рабочим параметрам устройство адаптировано для управления любыми электронагревательными системами напольного обогрева мощностью до 3,5 кВт. Контроль температуры осуществляется двумя датчиками пола и воздуха. При этом термостат имеет три режима контроля температуры по воздуху, по полу и по воздуху с ограничением температуры пола. Оперируя данной функцией, прибор можно переключать в режим комфортного обогрева или отопления, а также защитить напольное покрытие от перегрева. Необычный смеситель для ванной сочетает в себе современный дизайн и инновационные технологии, что гарантирует высокое качество и безотказную работу на долгие годы. Оригинальный дизайн фурнитуры сделает ее ярким акцентом в современной ванной комнате. Возможность установить душевой бокс есть далеко не у всех владельцев стандартных квартир. Смесители же для душа в комплекте со стационарными верхними и ручными лейками позволяют осуществлять водные процедуры с повышенным комфортом даже в обычной ванной небольшого размера. По ссылке можно выбрать разные наборы в ванную с разными регулировками и термостатом. Мощный моющий пылесос. Благодаря сухой и влажной очистке пылесос позаботится как о вашем паркете, так и о коврах, ковровых дорожках или тротуарах. Установление порядка в доме станет возможным с помощью всего одного оборудования без проблем. Профессиональный моющий пылесос для мебели и ковровых покрытий специально разработаны для применения на автомобильных мойках, автомастерских, в гаражах и в домашнем хозяйстве. На данный пылесос установлена турбина мощностью 1300 Вт, которая имеет постоянное воздушное охлаждение, что обеспечивает бесперебойную и длительную работу этого пылесоса. Принцип работы прост. Рабочая смесь воды и моющего средства под давлением разбрызгивается на обрабатываемую поверхность и незамедлительно или после выдержки времени всасывается обратно. В комплекте есть также все необходимые аксессуары для сухой уборки и химчистки салона авто. Умный вытяжной вентилятор с таймером и датчиком влажности предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах, кухнях, жилых, офисных и общественных помещениях. Устанавливается непосредственно в отверстие вентиляционной шахты и в подвесном потолке. Вентилятор оснащен регулятором уровня влажности, при помощи которого можно установить уровень влажности от 60 RH до 90 RH с регулятором задержки времени, которым можно регулировать задержку от 1 до 30 минут. Также стоит отметить, что в комплекте идет обратный клапан, что я считаю очень важно, и он прост в обслуживании. Легкосъемная передняя панель позволяет при необходимости произвести чистку вентилятора с применением мягких моющих средств. Робот-мойщик окон.
он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и вертикальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из трех режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон, особенно если они находятся выше второго этажа. Робот-мойщик окон оснащен многоразовыми чистящими салфетками из мягкой микрофибры, которые легко удаляют загрязнения и не царапают поверхность. Они эффективно собирают пыль при сухой уборке и отлично впитывают влагу во время мытья поверхностей. Это максимально бережный подход к чистоте, а специальные чистящие диски имитируют движение рук, что позволяет добиться наиболее качественного результата. И благодаря своей форме корпуса он отлично справляется с мытьем узких окон. Японские ножи Пегаси из высокоуглеродистой стали. Это именно то, что нужно на кухне для разделки любого вида мяса. Вот какой отзыв я нашел на сайте Мыски. Нож был увесистый, рукоять приятно лежала в руке. Лезвие Акия Таган так и просило, отрежь много. Я провел тест резки на бумаге листа А4. Не бритва, конечно, но режет неплохо. Итак, японо-китайский нож на кухне. Для пробы остроты пера я взял одну слегка оттаявшую тушку курочки, а также три только купленных тушки, без следов глубокой заморозки. Обычным кухонным ножом резать сырую курицу удобнее в слегка подмороженном состоянии, ключевое слово «слегка». Но когда начинаешь перерубать косточки, то приходится бить левой рукой по обуху тонкого ножа, отчего через 10 минуток ладонь начинает побаливать. С ножом Пегаси этого не пришлось делать. Он легко разрезал волокна мяса, а когда на его пути встретились кости, мне достаточно было с усилием надавить, благо обух широкий. С тремя тушками свежей курицы Пегаси справился тоже успешно, причем резка была приятной, я бы сказал весьма комфортной. Вот такая подборочка сегодня получилась, а конкурс простой. Набрать до 15 числа за 10 дней 400 лайков, и я разыграю приз в 400 рублей. Условия простейшие. Нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что бы вы хотели себе заказать на распродаже 11.11. Я бы хотел бы прикупить жене робота-мойщика окон. А то знаете, на 9 этаже как стрёмно бывает мыть эти окна, а эта штука пригодилась бы. Пишите, что хотите купить на распродаже и принимайте участие в конкурсе. Многие уже получили свои призы, и вам повезет. Хорошего всем вечера и скоро увидимся!